В преддверии 1 сентября уже прозвенел первый звонок за колючей проволокой в Кустанае. Новый учебный год стартовал для осужденных колонии общего режима. За парты сели 72 заключенных совсем не школьного возраста. На свободе они так и не получили аттестата о среднем образовании, поэтому поступили в вечернюю школу. Как получают знания школьники с уголовным прошлым, расскажет Нина Шапо. Стихи, песни, поздравления и напутствия звучали сегодня на торжественной линейке в Кустанайской колонии. Все по традиции, только учащиеся взрослые люди. Некоторым за 50, а школа вечерняя. Для них прозвенел первый звонок и прозвучали знакомые песни. Воспитанными быть, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Всего за парты сели 72 осужденных. Все они в свое время бросили школу и не доучились. Эта возможность появилась в колонии. Я в этом учреждении отбываю наказание на протяжении 2 лет. Закончил я 9 класс, перешел в 10. Подвинуло меня на то, что как бы администрация учреждения предоставила эту возможность. Я как бы решил не упустить ее и решил дальше продолжать учиться. Обучаются школьники за колючей проволокой с 9 по 11 класс. Предметы все школьного типа, кроме НВП, физической культуры и трудового обучения. У нас так же, как и во всех школах, проходит формативное оценивание. Это там, где мы поддерживаем обучающихся, говорим, ты молодец, у тебя все получится, старайся, да, даем дополнительные задания. И там, где так же, как и так же проводится именно и суммативное оценивание, наши обучающие также пишут имена СОРы, СОЧи после каждого раздела, и в силу своих возможностей, конечно. После школы у учащихся есть возможность поступить в колледж и получить рабочую специальность. Для них тоже сегодня стартовал учебный год. Пришел я на каменщика поступать. Почему обучаюсь? Потому что это нужно, для чего специальность иметь. Это вообще хорошо, то, что здесь есть такая возможность обучиться на работу. Учусь уже 2-й год, 2-я специальность у меня. Первая шеечка. В колонии осужденные могут в колледже обучиться на каменщика и автослесаря, а также освоить швейное дело. Учебный процесс начнется со 2 сентября. Данные осужденные будут получать те знания по профессиональной подготовке для того, чтобы они здесь в учреждении работали, выплачивали свои иски, которые у них по приговору, а также после освобождения, я думаю, что данная специальность поможет им восстановить свой социальный статус. Почти 50% осужденных не просто отбывают наказание в колонии, а работают. Многие продолжают на воле совершенствовать свои навыки и зарабатывать этим на жизнь. Нина Шапо, Женебек Акимжан, Информбюро, Костанай.